Папа Римский Бенедикт XVI отправляется с апостольским визитом в Республику Бенин по приглашению властей этой страны на западе Африки. Для нынешнего римского первосвященника это второе паломничество в Африку. В 2009 году он посетил Камерун и Анголу. Римско-католическая церковь рассматривает африканский континент как объект для расширения своего влияния. Перед Ватиканом стоит непростая задача подготовки новых миссионеров и решения кадровой проблемы церкви. Бенин – франкоязычная страна с давними христианскими традициями. Вместе с тем, именно здесь сильные оппозиции не только исламской религии, но и древних языческих верований. Поводом для визита объявлено подписание заключительного документа Специальной ассамблеи Ватиканского синода епископов, посвященной проблемам Черного континента. В Катану, самый крупный город Бенина, для встречи с Бенедиктом XVI прибывают множество верующих и 200 католических епископов из разных стран Африки. В канун нового паломничества в Африку папа Ратцингер пояснил, что оно осуществляется во имя мира и безопасности населения этого возлюбленного континента, особенно тех, кто познал нестабильность и насилие.